Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Сергей, меня зовут Билайн. Как прошла игра? 11-2 выиграли. Как в предыдущем интервью говорил, то, что на 0, не получилось немного. В общем, отыграли хорошо, отлично даже, я бы сказал. И получается, ну, у них первые минуты игроки не пришли все, они вчетвером играли. Поэтому и 4 сразу забили, короче. Какие эмоции от регулярного чемпионата? Сегодня последний тур был. Ну, вообще отлично. На самом деле, сегодня был момент такой, судья просто разговаривает с кем-то, там другой игрок играет рукой. Я говорю, рука, там пенальти, как бы он нажал туда. Ну ладно, ну ничего страшного, все ошибаются, да, ну судьи тоже ошибаются. Ну, в общем, круто, на самом деле. 3-е место, по-моему, мы заняли. И получается, ну, это хороший результат как для начала. Как будете настраиваться на плей-офф? Всеми силами, плюс прибавим, да заявим людей. Надеюсь, все получится. Займете тоже высокие места. Спасибо, отлично.